Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Не каждое дорожно-транспортное происшествие является, простите за каламбур, дорожно-транспортным происшествием. Кассационный суд, пишет российская газета, оправдал водителя, которого лишили прав за оставление места ДТП. Авария была такой. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Рулевой пошел искать эвакуатор, а в его отсутствие мимо проезжал наряд ДПС. Он и затеял разбирательство с дальнейшим лишением. Однако кассационная инстанция постановила, пострадавших нет, ущерб третьим лицам не причинен, доказательства вины водителя отсутствуют, значит, ДТП не было. Трасса 101. В прошлом году продажи авто на вторичном рынке в нашей стране чуть выросли на 2%. Подержанные машины дорожали вслед за новыми. Наибольший прирост продемонстрировали автомобили возрастом от 4 до 7 лет, плюс 15-20%. Авто старше 10 лет прибавили в цене в среднем 5%. Традиционно основным спросом на вторичке пользовались «Лады». Далее идут «Тойота» и «Ниссан». Трасса 101. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий спецтранспорт с включенными спецсигналами от штрафов за нарушение ПДД. По словам авторов инициативы, например, автомобили скорой помощи, мчащиеся на вызов, камеры у нас тоже штрафуют. Это дополнительная нагрузка на бюджет организаций. К тому же нередко обязанность оплатить взыскание перекладывают на водителей. Трасса 101. Чего уже только нет на портале госуслуг, а в мае этого года там хотят запустить сервис по купле-продаже автомобилей с пробегом. Минцифры перечисляет преимущества данной онлайн-площадки. Автоматическая проверка транспортного средства на количество владельцев, ограничения, залог в банке, розыск, автоматическое оформление электронного договора купли-продажи. Если новый хозяин не зарегистрировал ТС на себя, штрафы все равно будут приходить уже ему. Для использования всего арсенала средств потребуется наличие электронной подписи. Трасса 101. Американские эксперты составили список автомобилей, с которыми их владельцы расстаются реже всего. Такими авто принято владеть по 15 и более лет. Верхние строчки рейтинга заняла продукция компаний Toyota, Prius, Highlander, Tacoma, Tundra и другие. Также в первой десятке оказались Honda CR-V, Honda Pilot и Subaru Forester. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.